Граждан, осуществляющих МВД России предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, которые работают в России на основании вида на жительство ВНЖ или разрешения на временное проживание РВП, но не обязаны оплачивать патент. В ближайшее время ведомство предложит соответствующую инициативу для согласования Минтруду и Минэкономики. Об этом сообщает издание ⁇ Коммерсант ⁇ ссылаясь на копию документа, оказавшегося в их распоряжении. По данным МВД, количество мигрантов, которых могут коснуться новые правила, более одного миллиона человек. Отметим, что на данный момент владельцы РВП и ВНЖ имеют право работать на основании госпошлины в размере 1600 рублей и 3500 рублей. Это дает их детям право на посещение детских садов и школ. При этом такие работники не платят социальные взносы. Будущего хочу, чтобы поехать себе в Узбекистан и там уже